Эта женщина – твой адский ужасный рай. Она жаркий июль и очень дождливый май. Она ложится спать и говорит себе: «Засыпай». А в ее мыслях канканы и какой-то собачий лай. По утрам ее будет сигнал телефона и запах кофе. 200 виски стоит на полу при кровати в изящном штофе. Выходные проводит дома, а не в каком-нибудь там Петергофе. И порой быть рядом с ней равно распять себя на Голгофе. Эта женщина читает книги и не ходит по барам. Она мечтает создать идеальную пару, но в ее мечты лезут мудаки из кошмаров. У нее остается дым и выжженное место на сердце после пожара. Эта женщина мерзнет летом, но кутает себя одиночеством. Утешение находится в том самом виске и лишь самую малость в творчестве. Она не верит в приметы, но в страны верит в пророчество. Если нужно заплакать, то она в ответ расхохочется. Эта женщина сильнее самых могучих бурь. Она слабая, но она оградит от пуль. Эта женщина, если помнишь, дождливый май и жаркий июль. Эта женщина не стоит у плиты и костры. Эта женщина раньше мечтала быть самой обычной, приготовить пирог и обнимать своего мужа. Эта женщина научилась жить с парой вредных привычек. Она пьет виски и считает, что ей больше никто не нужен.